Да ладно. Ну это хорошо, что. Вася, здравствуй. Костя, ты где загорал? На даче. Привет. У меня такого загара в жизни не было, как у тебя. Она забыла паспорт. Щербакова Михайлова. Как вот человек собирался на горы? Алис? Блин, а где мои очки? Я, если бы это, я бы заметил. Там. Ну мы поедем туда тогда. Все, до скорых встреч. Подождите тут. Типа то, что руки у меня такие вот. Нет, мне кажется, дело не в руках. А дело в том, что ты все хаваешь просто. А богомол уже всех кушает. Ты помнишь? Не улыбайся. Так я не улыбаюсь, мне брекет. Сейчас опять с левой стороны выложат, где прям армянская личность. По маме. Слева фотки по маме, справа по папе.
Что там проблемы, брат? Ламба или фера, я решаю. Вот так надо сделать, потому что мне так не нравится. Я пошла не по неправильному пути, нет, прости. Я выбрала неправильный путь, но... Я еще 3 дня. Я исправилась. Я Нет, дождись, то получилось, я по тебе сработал. Жди, я быстро сработаю. Оп. Умничка, давай еще один сделаем хороший. Идем на удар. Оп. Хорошо. Идут, идут. Мы посмотрим. У нас есть аквалоры, что-то такое. Алиночка Михайловна. Ну, сейчас очень жестко. Да, если так. Только если так. Бочки, девчонки, со льдом, вот там стоят. Тебе подгон. Мерси. Главное, бочки со льдом. Еще тебе. Всем привет. Сегодня мы приехали в Новогорск. Начали сборы, подготовки к 2 важным матчам с КНДР, со сборной. Так что приходите и болейте за нас. Билеты вы увидите по ссылке ниже. Умнички, спасибо вам большое.